Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 66-м году ушел из жизни советский и российский актер и поэт, артист Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Гронский. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Сергей Владимирович Гронский родился 9 декабря 1955 года. Окончил Саратовский университет, геологический факультет, а в 1987 году – театральный факультет Саратовской консерватории им. Собинова. С 1988 года работал в Мурманском областном драматическом театре. За эти годы сыграл десятки ярких и заметных ролей. Снимался в телефильмах «Конвой ПК-17», «Завещание Ленина», «Пети по дороге в Царствие Небесное на всех широтах». Также он писал стихи, издавал поэтические сборники. Стал членом Союза российских писателей. Участвовал в благотворительных акциях. Вел городские и областные мероприятия. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.